Друзья, всем привет! Вы находитесь на канале Зевство. Для начала не забудьте подписаться на канал, кто не подписан, поставить лайк, написать ваши комментарии. Сегодня будем показывать мод на коробку инженера и покажем, что за моды лучше поставить, потому что более эффективным. Будет три подборки модов. Кстати, эту коробку инженера, это бронепластины, ставить, конечно, надо прокачать. Это я уже все прокачал, поэтому это же ПТС, я сейчас на ПТС нахожусь. Первые моды мы поставим плюс к броне и плюс к восстановлению брони. Вот эти два мода, которые более-менее, они нормальные. Плюс к броне и плюс к восстановлению брони. Вот эти моды можем, в принципе, поставить. У нас получается две подборки модов. Так, ну давайте посмотрим, где у нас ящик. Посмотрим. Может, кому-то будет полезно, чтобы знать, какие моды ставятся. Ставим. Да, вот. Конечно, уже поставились. Давай минку. Ты подорвал ее. Так. И, короче, нам дают еще плюс 20 брони и еще восстановление брони. Вот это самый более-менее нормальные моды, которые я могу посоветовать вам. Может, кому-то будет это интересно посмотреть. Так, ну мы переходим на вторую часть модов. Поехали. Так, пацаны, смотрите, следующие моды, которые я поставил вот на коробку, это не сильно отличается. Получается так, что мы, если будем моды, которые я вам показал, вот плюс восстановление брони, это играется на командный бой. А если вы будете спецоперации играть, вам нужно добавить две коробки. Получается вот такой мод. Плюс 20 брони и плюс две коробки. Плюс две коробки — это на спецоперации вам пригодится очень сильно. Поэтому, в принципе, давайте посмотрим, как это работает. Ну, здесь они, подожди, они же исчезают, когда ты ставишь этот мод. Да, ну короче, если у тебя бот ломает вот эту броню, этот ящик, да, если он ломает бот ящик, ты можешь еще один ящик поставить. Короче, да, ты можешь еще один ящик поставить. Это надо проверить по ботам. Давайте по ботам сейчас пойдем. И проверим сейчас. На самом деле, они могут ломать нам всю эту... Ну, короче, сейчас проверим. Я показывал вам две подборки модов. Может, кому-то будет интересно посмотреть. Поэтому напишите в комментариях, как эта подборка вам ящика инженера. Да, кому-то будет полезно, не будет. Но, может, кому-то будет интересно посмотреть, какие моды поставить на ящик инженера. Давайте мы сейчас проверим. Так. Конечно, сейчас будем ботов убивать. Или давайте мы сделаем... Как сейчас посмотрим. Ну, бота оставим. Кстати, да, вот смотри, сейчас я буду ломать коробку. Так, ломал. И посмотрим сейчас. Да, мы можем еще одну коробку поставить. Да, мы можем дополнительную коробку поставить. Да. После этого, походу, все. Да, походу, этого... Все. А, кстати, у нас получается плюс одна коробка. В
принципе, где-то так. Все одна коробка. Но с ботами-то хорошо получилось. Они так хорошо сидели просто. Это просто жесть. Да, красиво сидели. В принципе, эти моды, которые я вам показал, они более эффективны, да. Но, в принципе, я не знаю, можешь поставить. А вот что это такое? Вот я это... Так, плюс. Ускорение. Походу, сейчас я посмотрю. Попробовать. Кстати, две подборки получается. А это мод я сейчас для эксперимента поставлю, пацаны. Посмотрим. Короче, я вам показал. Если вам, в принципе, нужно... Смотрите. Если вам выйдете играть, конечно, командный бой, ставьте вот такие моды, да, вот, в принципе, вот такие моды. Плюс к броне и плюс к восстановлению брони. А если вы будете играть в спецоперацию, только один мод меняйте. Вот этот мод ставьте. В принципе, ставьте вот два ящика. А вот третий мод, это по выбору. Давайте посмотрим, что это за мод. Смотреть, что там плюс, что плюс дает. В принципе, это как эксперимент. Ну, в принципе, да, быстрее как-то ставится ящик. Но только этот плюс, вот что он дает вам на последний мод. Ну, вот этот мод, он не так полезен, поэтому... Ну, короче, вы ставьте, если вы будете играть командный бой, ставьте вот такой. Если будете спецоперации проходить, вот ставьте вот этот мод, потому что спецоперации, когда вы будете проходить, вам нужно, конечно, дополнительные брони и, конечно, нужно еще одну коробку. Почему? Да, потому что если боты будут ломать ее, у вас будет еще запасная коробка. Поэтому ставьте лучше вот такие моды. В принципе, ящик, где можно купить его, покупается у нас спецоперации. Заходите. Что там? Спецоперации. Вот сюда заходите, самый низ. Покупаете ящик. Он продается и также на основе продается. Можете его взять. Не знаю, на основе сейчас он продается или нет. В принципе, не знаю. Кстати, насчет шприца. Пока моды, я пока не понял, что за моды поставить. Но я, в принципе, один мод знаю, какой поставить. Если у кого-то есть вопрос, какие моды поставить на шприц. Так. Это на штурмовика. Так, на этот шприц он ставится. В принципе, моды, которые я поставил. Их, в принципе, здесь не покачал. Покачал. Моды, которые я ставлю на шприц, пацаны, смотрите. Я ставил два шприца. Следующий мод, пока ее не изучили, я думаю, это можно сделать отдельное видео, но я пока показываю вам на шприц. Мне, в принципе, хватает один мод, но можем поставить и другие моды. Я буду изучать их, и потом, может, отдельное видео сделаю про это. Я поставил, конечно, два шприца. Почему? Потому что, да, когда на спецоперации ты играешь, два шприца это полезно. Восстановил один раз хп, и вот тебя закоцали, еще второй раз можешь восстановить. Вот насчет шприца вот такая тема. Вот насчет инженера, вот такие моды, которые я, в принципе, могу предлагать вот этот ящик. Поэтому смотрите сами. Или ставьте вот этот мод. Вот этот он должен быть, это плюс 20 брони. И восстановление брони это спецоперация. Нет, это командный бой. Спецоперация, вы ставите, короче, два дополнительные ящика. Вот где-то так. С вами был Зевс. Если видео было полезно, узнать, какие моды лучше поставить на, я не знаю, на ящик, буду рад, если вы напишите, какие моды вы поставили. Всем пока, с вами был Зевс. Всем удачи. Субботу, воскресенье, как я всегда сказал, будут стримы. Спасибо, что вы очень активные подписчики на канал. И заметил очень хорошо, что вы очень адекватные подписчики. Благодарю вам, спасибо большое. И за донат, кто задонатил. Спасибо. Спасибо всем.
Я думаю, будьте активны и на видео тоже. Всем спасибо. Я постараюсь еще какие-то видео сделать. Так что всем пока.